Пирс Морган, популярный британский телеведущий и журналист, узнав о том, что принц Гарри выступил с требованием полицейской защиты для себя и своей семьи во время визитов в Великобританию, откликнулся на это практически по-черномырдински. Но никогда такого не было, и вот опять. Точнее, комментируя эту историю в программе BBC Sunday Morning, Пирс Морган сказал: «Это пугающе неизбежно. Гарри и Меган снова подняли головы». Напомню, стало известно, что адвокаты принца Гарри еще в сентябре 2021 года обратились в Министерство внутренних дел Великобритании с предварительным протоколом, в котором содержится требование об обеспечении принцу Гарри и его семье безопасности силами британской полиции во время визитов на родину. Объясняя это требование, представители Гарри заявили: «Герцог и герцогиня Сассекские самостоятельно финансируют частную охрану для своей семьи, но эта безопасность не может воспроизвести необходимую полицейскую защиту, которая требуется во время пребывания в Великобритании. Команда частной охраны из США не имеет адекватной юрисдикции за рубежом или доступа к разведывательной информации Великобритании, которая необходима для обеспечения безопасности семьи Сассексов. Они готовы оплачивать работу британских полицейских из своего кармана». И хотя принц Гарри, оставив работу в королевской семье и став частным гражданином, утратил право на полицейскую защиту в Великобритании, его адвокаты пригрозили, что если эта защита не будет предоставляться герцогу и его семье во время пребывания на британской земле, они обратятся с иском в правительство Великобритании в Высокий суд Лондона. Пирс Морган в беседе с Софи Рауэрт, ведущей Sunday Morning, сказал, что это просто ужасно слышать о подобных требованиях принца Гарри, особенно когда британская королевская семья и королева Елизавета II и так пережила и переживает трудные времена в связи с утратой принца Филиппа и предстоящим скандальным судебным процессом принца Эндрю. Теперь ее внук, который весь прошлый год травил королевскую семью и монархию, вдруг выскочил из своего особняка в Калифорнии, чтобы сказать, что когда он вернется в Великобританию, он хочет, чтобы британская полиция защищала его. «Извини, приятель, но это так не работает». Ведущая Софи Рауэрт попыталась вмешаться, напоминая о том, что герцог Сассекский готов платить за полицейскую защиту, но на Пирса это не произвело ни малейшего впечатления. «Мне наливать, готов ли он за это платить или нет? Почему британская полиция должна его защищать? Теперь он частный гражданин, он не выполняет никаких королевских обязанностей, они зарабатывают сотни миллионов долларов, используя свои королевские титулы, которые у них все еще есть, одновременно уничтожая королевскую семью и институт монархии, главой которого является его бабушка. И они, как всегда, вновь хотят усидеть на двух стульях». Пирс Морган подчеркнул, что если бы решение принимал он, то не позволил бы калифорнийской парочке иметь королевские титулы, и не понимает, почему они до сих пор сохранили их, а также обвинил Гарри и Меган в двойных стандартах и привел в пример герцогов кембриджских. «Вот они выполняют королевскую работу, потому и по праву имеют королевские привилегии и по праву носят свои титулы. А вы что думаете о требованиях принца Гарри? Пишите в комментариях». Ну, дождались. Конечно, Snoop Dogg не супруги Обама и даже не Анджелина Джоли, но фигура в США, да и во всем мире культовая. А для Гарри и Меган и вообще теперь свет в окошке. Ведь как ни старалась пиар-команда Сассексов рассказать и доказать всем, что с принцем Гарри и, особенно, с Меган Маркл стремятся дружить все голливудские звезды из списка А-листа. Но никаких обедов, ужинов, чаепитий и прочих вечеринок со знаменитостями у Сассексов в США пока еще не было. Они даже свои дни рождения праздновали в тесном семейном кругу, с мамой Дорией, детьми, собаками, курами. И тут такой успех, такая приятная неожиданность. Сам Snoop Dogg похвалил герцога и герцогиню Сассекских и позвал на обед к себе домой. Вот что сам Snoop заявил изданию Daily Mirror: «Очень непросто жить, когда вас обсуждает весь мир. Когда я узнал, что на свою свадьбу с Меган принц Гарри не пригласил тогдашнего президента США Дональда Трампа, я сказал: у принца большие яйца, ну, скажем так, железные нервы. А теперь, по правде говоря, я думаю, что у него они еще больше. Что такого удивительного и в чем Гарри проявил удивительную крепость яиц духа, когда не включил в список гостей на своей свадьбе президента США? Я не пойму, а что это было обязательно? Но Гарри взошел на баррикаду и дал отпор. Скорее, никто и не собирался ни приглашать, ни быть приглашенным. Королевская свадьба – событие, конечно, знаковое, но уж никак не для президента США. Свои поздравления Трамп, может быть, и отправил, но вряд ли ожидал приглашения». А Snoop Dogg продолжил: «Сейчас Гарри и Меган живут своей жизнью, как хотят, и это не просто, когда весь мир их осуждает.
но они хотят и живут по-своему, за это они вызывают у меня большое уважение. Если они примут мое приглашение и приедут ко мне в гости на праздничный обед в честь Дня Благодарения, их ждет кое-что особенное. День Благодарения – официальный государственный праздник в США и Канаде, с которого начинается сезон зимних праздников. В США его отмечают в четвертый четверг ноября. В нынешнем году выпадает на 25 ноября. Мемуары принца-герцога Сассекского, которые были анонсированы лично принцем, а также издательством, которое намерено их выпустить, не дают покоя королевским комментаторам всех мастей, несмотря на то, что первая книга должна выйти лишь в 2022 году, а вторая – после того, как не станет королевы Елизаветы II. При этом сообщается, что принц Гарри работает над мемуарами уже год, то есть начал заниматься писательством почти сразу после того, как ушел из королевской семьи. У многих возникают вопросы, что еще герцог Сассекский может рассказать после того, как уже дал ряд весьма откровенных интервью. Сообщить, что однажды ночью, испугавшись Буки под кроваткой в детской, побежал в опочивальню к матушке и застал там с матушкой совсем не батюшку. О каких таких опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках намерен рассказать в своих воспоминаниях о жизни в королевской семье беглый герцог. Тем не менее, многие уверены, в мемуарах принца Гарри публику ждут весьма любопытные откровения. Уверенность зиждется на одной очевидной причине. Никакой вменяемый издатель не станет платить неслыханный, по некоторым данным, в 100 миллионов долларов, гонорар за пережевывание того, что уже всем известно. Королевский эксперт Чарли Рэй разделяет эту уверенность. Выступая в эфире ток-радио, бывший редактор Sun Royal настаивает, чтобы грядущие мемуары Гарри стали бестселлером и были проданы в большом объеме. Они должны включать в себя откровения, о которых публике еще неизвестно. Г.Н. Рэй сказал, эти так называемые мемуары, которые он должен написать, выйдут в следующем году, который совпадает с платиновым юбилеем королевы. Хороший ход, Гарри, хороший ход. И это будет своего рода откровением, иначе кто бы заплатил ему за это много денег. Издателям также будет нужно что-то, что запустит рекламную машину, которая заставит нас всех говорить о Гарри и Меган и их бедной, бедной жизни в их доме в Монте-Сито за 11 миллионов фунтов стерлингов. Ведущий ток-радио Криста предположил, а может мы узнаем что-то новое о Диане? Или мы узнаем что-то о пренебрежении Чарльза по отношению к Гарри и причинах этого пренебрежения? Или мы узнаем что-то еще о его отношениях с Уильямом? Иначе Гарри нет смысла это делать. Вот за что платят 100 миллионов долларов. А вы как думаете, что ждет публику в мемуарах принца Гарри? Пишите в комментариях. Вероятнее всего, вы знаете, что на днях вышел новый документальный фильм под названием «Принцы и пресса». Планируется выпустить вторую часть. Первая часть рассказала историю начала 2000-х, когда Гарри и Уильям, пережив потерю матери, пытались строить свою жизнь, а второй фильм расскажет нам о событиях 2018 года, когда гаврики переехали в США. В целом кино интересное получилось. Правда, ничего нового оно не показало, но все же. И в первом фильме речь зашла о периоде, предшествующем королевской свадьбе Меган и Гарри. Королевский эксперт Джонни Даймонд заявил, что Маркл хотела переехать в США еще до того, как принц сделал ей предложение. По словам эксперта, Меган уже тогда поняла, что королевская семья – это не просто красивая картинка, а постоянная полноценная работа без выходных и праздников. Поэтому Марклуша сразу сделала вывод, что задерживаться в семье она не планирует. Она не хотела оставаться в Британии, поэтому постоянно жаловалась своему молодому человеку Гаврику на усталость. Но Гарри поставил условие, что либо они женятся в Британии по всем законам, либо расходятся и она возвращается в Лос-Анджелес сама, подчеркнул Даймонд. Ну конечно, кто откажется от королевской свадьбы? Да еще и не за свой счет. Да еще и с такими известными гостями. Вот Мегуни и осталась в Лондоне, приняв условия сделки. Вспомнили эксперты и о том, что Меган доводила работников Кенсингтонского дворца до увольнения своим поведением. Ведущий Амол Раджан в беседе с Камилой Томмини поинтересовался, можно ли верить инсайдерам из дворца, которые рассказывали об ужасном поведении герцогини. Не было ли это частью кампании, направленной против американки? В ответ на это Томмини заявила, что это абсолютно исключено, и что работники дворца дорожат своей репутацией и работой, чтобы так откровенно обманывать общественность. Тем более, что Маркл не стоит этого, чтобы ради нее лишаться привычной жизни при дворце. Неожиданно, однако. Лично я до последнего думала, что Меган планировала побег уже после свадьбы. Но из серии
Я попробовала, у меня не получилось, я ухожу. А тут прям Гарри со своими условиями. Видимо, он та еще темная лошадка, а все под влюбленного мальчика косит. Как думаете, эксперт правду заявил?